Представители государственной власти и муниципальных образований, главы местного самоуправления, депутаты Законодательного собрания и Госдумы стали участниками съезда Совета муниципальных образований края. В Совет входит 337 муниципальных образований края. Это эффективная площадка для решения значимых вопросов, выработки решений по развитию муниципальных образований в Пермском крае. Сегодня особенно важно обратить внимание на адресные социальные поддержки населения, считают первые лица края. По каждому городу мы должны подготовить системные проекты по развитию. И будем эти проекты учитывать, в том числе, в первую очередь, и при подготовке бюджета, с тем, чтобы вот эти вот проекты в глазах людей, главное, складывались в общую картину развития. Нам нужно добиваться синергетического эффекта. Объемы расходов растут быстрее, чем само население, а порой и в обратной пропорции. Расходы на соцподдержку возрастают, а население сокращается. Очевидно же, что людям нужны не подаяния, а возможности. Времена Конфуции, когда народ можно было держать в сытости и глупости, прошли. Одна из актуальных проблем развития местного самоуправления – это участие в инициативном бюджетировании. Краевой закон об инициативном бюджете призван помочь муниципалитетам решать проблемы местного значения, развивать местную инфраструктуру и диалог между властью и жителями края. Денег больших он не требует от государства, а все люди, активные люди каждого поселения могут запуститься в эту работу. Кому-то детскую площадку нужно восстановить, кому-то мостик через ручей бросить, чтобы было уютным свое местное поселение. И вот эти все проекты можно сейчас решать.